сквере Победителя в центральном районе Красноярска начали готовить место под новый памятник. Рабочие демонтируют металлические гвоздики, которые были установлены там временно. На их месте появится новая скульптурная композиция «Журавли нашей памяти». Она будет посвящена солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Правда, пока готов только макет памятника, деньги на скульптуру сейчас собирают. По расчетам она будет стоить 6,5 миллионов рублей. Инициаторы проекта из Совета ветеранов Центрального района называют проект народным и просят помощи у красноярцев. Узнать, как внести свой вклад, можно на сайте общественного движения по адресу журавли24.рф. По словам организаторов, памятник планируют установить к годовщине Победы в следующем году. В ближайшее время рабочие начнут заливать фундамент под скульптуру. Все эти годы, формируя сквер Победителей, мы продолжали работать над тем, чтобы был какой-то монумент памятный, вечный памятный. Объявили конкурс среди молодежи, студенчества. Предложений было очень много. Мы отобрали 5 памятников, предложенных, провели слушание и остановились на журавлях. Ибо это все-таки символ какой-то вот такой вечной памяти, красивый. Причем он небольшой, он вписывается в наш маленький сквер. У нас 2 этапа предусмотрено. Это вот сейчас вот август и начало сентября. Это фундамент, постамент и облицовка гранитом. После этого все остается у нас в зиму. И с апреля мы начинаем работу по монтажу именно самой композиции, чтобы в канун 9 мая его открыть.